Здравствуйте, это новости спорта. С вами Александр Захаров, и мы готовы поделиться главными событиями уходящего дня. Челябинский легкоатлет, прыгун шестом Тимур Моргунов вновь одержал блестящую победу. На этот раз в Брюсселе. А известный актер Станислав Ярушин проиграл пари чемпиона мира по хоккею Сергею Бобровскому после первого домашнего матча «Трактора» в новом сезоне. Все подробности в обзоре спортивных событий прямо сейчас. Хоккеисты «Трактора» потерпели поражение в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ, проиграв на своем льду столичному ЦСКА со счетом 0-3. Сразу после игры состоялся хоккейный челлендж «Достать Бобровского», в котором шоумен Стас Ярушин должен был забить 2 буллита из 10 лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ, вратарю «Коламбуса». Однако известный актер сумел отличиться лишь раз. Я сегодня осуществил свою детскую мечту. Я вышел против вратаря номер один. Против него действительно сложно забить. Выйдите на лед и посмотрите, как это выглядит со стороны. Но я хочу тем самым челленджем, мы хотели дать возможность понять молодым хоккеистам, не только Челябинска, но и нашей необъятной родины, что, ребята, у вас у каждого есть своя мечта. Стремитесь к ней, вы будете настоящими хоккеистами. Теперь по условиям челленджа актер сериала «Универ» на протяжении 5 дней будет носить футболку с изображением друга соперника. А другая южноуральская команда в первой официальной домашней встрече сезона разгромила своего соперника. «Металлург» обыграл «Слован» со счетом 5-1. В составе хозяев отличились Яков Фылов, Николай Кулемин, Евгений Бирюков, Сергей Мазякин и Роман Любимов. Перед началом поединка прошла трогательная церемония с участием бывшего игрока «Магнитки» Криса Ли. Канадский защитник провел в магнитогорской команде 5 сезонов. В честь самого результативного защитника в истории «Металлурга» и КХЛ под сводом магнитогорской арены подняли свитер с его номером 4. Два кубка Гагарина и 3 финала за 5 лет. И, наконец, хотел бы поблагодарить город Магнитогорск и всех замечательных болельщиков, которые окружили меня теплом и любовью и помогли почувствовать себя здесь как дома. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Завтра магнитогорская команда примет рижское «Динамо». Челябинский прыгун шестом Тимур Моргунов одержал фантастическую победу в финале бриллиантовой лиги по легкой атлетике. В состязаниях в Брюсселе ученик Александра Шалонникова преодолел планку на высоте 5 метров 92 сантиметра, опередив на 5 сантиметров серебряного и бронзового призеров американца Сэма Кендрикса и Шеннесси Барбера из Канады, чемпионов мира 2017 и 2015 годов соответственно. А стрелок из лука Антон Булаев совершил настоящий прорыв в спортивной истории региона. На чемпионате Европы в польском городе Легнице Булаев завоевал золотую медаль в дисциплине «Блочный лук». Эта награда стала первой в истории Челябинской области в личном зачете. Спортсмен опередил в финале итальянца Серджио Паньи со счетом 147-145. Бронзовая медаль досталась представителю Апеннин Фредерико Паньони. В одной из челябинских гостиниц в эти выходные было жарко. На установленном ринге прошел грандиозный турнир по смешанным единоборствам Road to M1, в котором челябинец Магомед Магомедов одержал победу над Артуром Лемосом, национальным чемпионом по джиу-джитсу из Португалии. В главном бою вечера Магомедов вышел с желтой карточкой. Спортсмен не смог сбросить лишний килограмм перед схваткой. Зато сумел одержать победу над иностранным соперником Артуром Лемосом из Португалии. Где-то я чуть-чуть, да, недоволен там своим выступлением. Где-то в ударной технике не хватило. Мог бы и получше. Но ничего, с каждым боем вроде я добавляю. Меня это уже радует. Триумфальным турнир стал и для новичков. Боец из Калуги Никита Бархатов впервые вышел на профессиональную арену. В суперлегком весе он боролся с бойцом из Казахстана Данияром Бакировым. Россиянин смог досрочно завершить бой удушающим приемом. Низкие руки опускал. На это мы нарабатывали, смотрели на его бои, его ошибки, наработали. Вот результат принес с ожиданием. У нас был правильный план на бой, так сказать. Road to M1 прошел в Челябинске впервые. В соревнованиях приняли участие бойцы из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Португалии. Среди них 8 челябинцев. Победу одержали 6 из них.
К другим новостям спорта. Александр Куликовских из Челябинска завоевал бронзу открытого Кубка Европы по дзюдо в Братиславе. Воспитанник заслуженного тренера России Андрея Вострикова нанес поражение соперникам из Дании, Финляндии и Сербии. Однако в полуфинале в дополнительное время проиграл Алиму Балкарову из Тюмени. В схватке за бронзовую награду Куликовских превзошел дзюдоиста из Италии. На сегодня это все. Далее Дарья Шведова расскажет о бездомных собаках, которые продолжают нападать на сотрудников одного из челябинских центров. Не переключайтесь.